Итак, добрый вечер, наши уважаемые любители киберспорта. Мы сразу извиняемся за небольшую задержку нашей команды. Тут немножко затянули время, ну да ладно. С вами студия операторов ТО, как обычно, в этот вечер. И мы для вас показываем сегодня Lords of the Point. Показываем команды Team Pointers против Картель. Они вышли в плей-офф. Это одни из самых лучших коллективов, которые играют на точках. И для вас комментирую я, Дмитрий Висок, мой коллега Олег Эфинандес показывает. Дмитрий 55-й. Всем добрый вечер. Привет, привет. Так. Что у нас? Ребята самоуничтожились, пока они будут тут играть по чуть-чуть начинать. Мы можем представить их составы. Например, я вот начну с Team Pointers. Это у нас Айвдис Мергелян, Мистер Ванька, Image, Максе, LBJ, Динамит и 123H, 1231. Ну а за картельцев у нас сегодня будут играть игроки как Необходимое зло, Рассин 22, Freedom, Легион, The Hulk, Игорь Сталкер и Мистер Неизвестный. Да, вот как-то так. Такие составы, и у нас что, уже есть захваченные точки, три штучки берут Team Pointers, две остаются под влиянием картель, вот сейчас только немножко иначе ситуация будет. Ну да ладно, первыми открывают счет именно Team Pointers, 1-0 карта, кстати, ну вот наши зрители это явно увидели, мы повторим, это Монте-Карло. Да, очень довольно интересная карта. Я офигел, когда я просто увидел. Это будет, наверное, весьма эпично на самом-то деле. Да, ты знаешь, карта интересная, я очень хотел это посмотреть. И мы обратимся вот к правилам турнира «Давай» нашего и скажем нашим зрителям, что выбор-то был совсем невелик. На стадии плей-офф предусмотрено всего 5 карт. Это Губаха, Жаворонки, Оса, Парма и вот это Монте-Карло. Ребята вычеркивали и пришли вот именно к этой карте. Готовились ли они? Мне очень интересно. Не знаю, даже очень сложная карта, на самом деле, думаю, Тут тренить сложно ее. говорить о том, что происходит, понимаешь, я вижу, там заруба какая-то внизу происходит, вот между точкой D и E, они на мостике стоят, там друг друга стреляют. Тут сложно даже говорить, что ребятам по сетапам взять, это не ран, на котором мы говорили, что вот на центре заедьте, справа точка и все нормально. Куда ехать здесь? Как играть? Я не понимаю. Ну вот я вижу титана шафта, я не знаю, зачем тут титан на шафте, но, видимо, какая-то тактика. Да, наверное. Да, кстати, что у нас тут по сетапчикам? Вижу Титан, мистер Ванька. Еще один тяжелый корпус есть у Team Pointers? Я не вижу. Остальные на викингах. По пушкам шафты, Зида одна, рикошет, релиса. Еще один. Нет, это молот. Картели сняли шафт, я заметил. The Hulk одел смоку на свой титан теперь уже. В общем, как я понимаю, у нас Team Pointers играют в один тяжелый корпус с одной изиткой. Всех остальных пушек они постарались взять по одной, чтобы нельзя было подобрать универсальный какой-то резист от них. А ну а картель делают замену, игрок просит, говорит, я вот лагаю, давайте меня заменим. Отличный ход. Что по сетапу у картеля, я пока не знаю. Ты говорил про Титана Шафт. Уже смока на шафте, Ну на шафт отлично, Титана. сменилась. Титана Смока, и с ним рядышком Изитка, Викинга Рельса, Викинга Рикошет, еще один Викинга Рикошет, Викинга Гром и Молот. Ну, примерно то же самое, в плане, что один тяжелый корпус, одна Изида, все остальное, в принципе, по такому лайту. Мне интересно, как отыграет Максей на шафте за Team Pointers. Карта все-таки позволяет играть на шафте, тут к нему не так просто подобраться, надо объехать полкарты, чтобы его убить. А я напомню, что шафт сейчас это довольно грозное оружие. Особенно с устройством-то, да? Особенно с устройством это вообще жесть. Да и в релизе, кстати, тоже там с устройством получаются неплохие циферки. Динамит, я думаю, на все 100 будет отыгрывать на этой пушке. И у нас Ну, счет уже Максел, пашка 20. 8 уже. Да, 21-6, счет Team Pointers держит уверенное преимущество. Да и кстати, мы скажем для наших зрителей, что вот если сегодняшний бой какая-то из команд проиграет, а какая-то обязательно проиграет, то у них еще будет шанс справиться, потому что у нас сетка с Double Elimination, то есть команда проигравшая упадет в нижнюю сетку и там еще сможет реабилитироваться. Ну, как обычно, в принципе, на тофах обыденно с нижней сеткой играть. Да, это уже полюбившаяся практика, но вот категория Конами будет играть без нижней сетки. Там команд больше, если я не ошибаюсь.
32, они начнут с 1.16, уже завтра, кстати, приходите обязательно тоже завтра. Будет экономисты играть, а сегодня VIP. VIP это у нас с МПК, кто не знает. Заруба снизу продолжается. Я так понимаю, что вот низ это самый такой проходимый проезд. Там постоянно есть какие-то замесы. Там, правда, две точки, возможно, из-за них. Как мне нравится, когда игроки вот прыгают, знаешь, вот эти вот тут есть разрывчики такие, они пытаются перепрыгнуть за точки с одной стороны на другую, но вот не получается и падает он вниз. Так смешно смотрится, когда он на фулах вроде как, тут нитра кончается, бах, упал. Печаль. Да, просто падает. Вижу, у нас второй тяжелый корпус, или же просто поменялись игроки, Титана Вулкан у нас выходит на игру. Хорошо, что не видит этот Титана Вулкан, мой коллега Ваня Red Paper, он бы сейчас, я думаю, негодовал бы по этому поводу. Говорит, что Вулкан сейчас не тащит, я в какой-то мере с ним согласен, это не то вооружение, не для этой карты. Ну, динамиту так-то больно, так. Динамиту очень больно, от Вулкана достается без резиста. Да динамит там просто один стоит, и он все-таки расправляется с изиткой, и дальше пойдет полегче, потому что у легионера уже нет да. ЛБДЖ сейчас по нему накинет и все. Кстати, появляется это второй шафт. ЛБДЖ и Максе на шафтах. Два шафта на Монте-Карло. Ну, он, видимо, позавидовал УП Максе и решил перенять. Ну, при таком счете, в принципе, себе это позволить можно. 30-16, главное не потерять это преимущество у нас, потому что еще целых 4 минуты. Но, как мы знаем, много. 4 минуты для точек это очень много, и можно что угодно успеть за это время сделать. Да можно многое сделать, конечно. Я помню, я играл на Монте-Карло, там на мультике, и так бесили шафты. Помню, вот, правда, на флекс, ну, на СТФ играл в формате. И вот едешь там, прыгаешь, когда на доставку, и этот шафт попадает в тебя, и так в минус тебя кидает, и ты такой просто начинаешь нецензурно выражаться. Можно и так сказать. Шафт Мир просит картель. Своих оппонентов в чате. Ну да, действительно, я понимаю, наверное, шафт досаждает им, но, блин, ребят, возьмите вы модуль от шафта, это уже будет не такое грозное оружие, тем более вы играете в VIP, и тут можно 50% взять от него, получается, просто в половину его выстрел резать, а плюс еще дашка, еще половина. Уже нормально. Ну, сейчас, конечно, да, смешно. Игрок берет фул, становится, берет точку, по нему прилетает леса, по нему прилетает шафт, он отлетает на рез, потому что у него нет хп, просто не хватает даже аптеки. Мега комбо получается шафта и рельсы с устройством просто убивает все, что можно. Шафты, посмотри на них. 17-1 у Максе. ЛБДЖ пока 4-6, но он начинал на другом вооружении, если не ошибаюсь, на рикошете. Ну, правильно, стоит все настреливаешь, что еще нужно для счастья, да. Правильно, когда еще и выигрываешь, на. Да. Ну, выигрываешь, смотри. Отрыв небольшой уже, остается 27-31, ребята проиграли немало точек, но сейчас они держат уверенно 4, это должно им поспособствовать. Надо отхватывать, выходить вперед более уверенно, потому что за 2 минуты до конца мы часто видели, как команды выходили вперед и меняли полностью ход дела на карте. Мега камбэки мы наблюдали, да, ты прав. Что-то точки вообще не растут у The Pointers. Хотя, казалось, да, вот 4 медленно было захвачено. Медленно, медленно. И по точкам, я так понимаю, что вот главное забрать Б и С, потом они едут Д берут и, возможно, Е. Вот на точку А Team Pointers вообще редко заходят, потому что она считается, ну, самой дальней, наверное, самой труднодоступной. Основная задача держать на этой карте это точку по центру и две точки с твоей стороны карты. Дальше уже как пойдет ситуация. Ну вот точку А сейчас будет пробовать какой-то динамит и МАИШ. Ну, мне нравится, что точка Б, она постоянно стоит, в принципе, бесхозная. И если у тебя рез как-то поближе к ней, я думаю, можно туда быстренько скатать ее и забрать. Почему нет? Да, можно, почему бы и нет. Это лучше, чем ты едешь вниз, там, драться за ту точку Д, если можно просто заехать на Б и забрать. Там обычно стоит или динамит, или ЛБДЖ. Вот сейчас ЛБДЖ прыгает в ту сторону, и там он будет стоять. Ну, на А проблемы, согласен, то есть этот эпизод, но все же... Вот там вот обычно стоит какой-то один корпус. И что мы видим? У нас на карте страйкер появляется в исполнении игрока команды Картель. Это у нас The Hulk, он на Титане.
Зато Максу себя отлично чувствует. Интересно, 22 что... на 1. Доминиры власти унижают, а тактика Макса на сегодня. Ну, думаю, раунд уже за Team Panthers. Да, однозначно, Картель... тут 20 секунд до конца и разрыв в 20 почти точек. Уверенное преимущество. Обеспечили они себе все-таки. Молодцы. 7 точек, по-моему, не в 20. По-моему, что ты пересчитал немножко. Да почти немножко. В 20, подожди, вот сейчас 2 точки еще захватят и будет в 20. Ну. Ну ладно, ну, вот пусть будет 38-46. А, ну да, ну хорошо. Пересчитал ты немножко. Ну накинул, ребята, накинул, хорошо. Преимущество не такое уверенное, но все же 10 точек это немало, согласись. Такси у нас выходит на карту. Такси, как интересно, в конце раунда. Не успел он даже никак поучаствовать. Да для виду, для виду, наверное. Ну и здесь что хорошо, мне нравится, ребятам не надо говорить о сильной и слабой стороне, мы видим, что карта зеркальная абсолютно. То есть тут как ни крути, все равно одно и то же, ну если только где-то там точки на миллиметр ближе дальше расположены, а так да, один вот в точка один просто. Да, точка D и E, по-моему, немножко дальше как-то от друг друга расположены. Спуски разные, по-моему. Или одинаковые, я просто не знаю. Ну, возможно. Итак, что еще хотелось бы нашим зрителям сказать? Мы покажем для вас сегодня еще один бой. Сразу после этого ждите трансляцию Вавилон против Biological Hazard. Это тоже VIP. Наверное, интересный бой будет. Да, наверное, самый сильный клан. Самый сильный клан в харде. Он нас выигрывал. Dream Team, ребята-владельцы кислоты неоднократно были, Вавилоны, и против ХЗД ребята тоже сильные, но, по крайней мере, они показывают сильную игру на Блиц-турнирах, там немножко, конечно, другие форматы, все иначе, но довольно хороший коллектив, на это обязательно стоит посмотреть. Посмотрим, и уже будет видно, кто сильнее в формате Hard. Да, ну а параллельно с этим боем сейчас должны играть еще Strike Force против Legends танки. Именно в этой паре определится победитель, который сыграет с победителем вот нашего боя. Уже скоро, там 23 числа, пока не об этом. Ну и параллельно играют также Death Squid против Royals. Я даже, честно говоря, не знаю, что сказать об этих командах. Названия знакомые, мы их даже показывали, но кто за них играет, сказать сложно. И не будем сейчас об этом, мы будем возвращаться на карту. У нас самоуничтожение и будет, значит, второй раунд. Нижние точки, как обычно, уже захвачены сразу. Да, и С захватывают картель, А захватывают Team Pointers. И на Б выдвигаются, посмотри, именно Team Pointers. Туда никто не поехал, абсолютно никто из команды картель. Они рассчитывали захватить только Д и С, получается. Да. Вижу, у нас такси в исполнении рельсовода. Ты знаешь, даже тут вот Team Pointers не стоило отправлять от этого 1-2-3 Х вместе с LBGM на захват Б. Вот эти два шафта, они могут просто разъехаться и держать точку А и Б самостоятельно. Все остальные 5 игроков едут низом захватывать Е и на Д. Да, возможно. Вот сейчас LBG будет помогать на точке Е. И сталкер должен отправлять на респ. Что она делает? А это Максэбл. И сейчас доминация красных на карте. Так, я в нашем чатике спрошу, за кого у нас? Все-таки, мне кажется, красный коллектив более именитый, чем синий, нежели синие игроки. Только вот парочку знакомых ников, а так в основном какие-то ребята, которых я раньше не видел. А вот с красного коллектива знаю всех абсолютно. Да, тут ребята именитые, смотри, и ветеран тебе играет, которого есть в гараже еще и бронза, и динамит в своем чемпионе, и там он кислота катается. В общем, ребята успели поиграть, они прям тут на опыте, так скажем. Да. В свою очередь их соперники не такие именитые, хотя вот такси зашел на карту. Гладиаторы, наверное, я так думаю. Да, гладиаторы, это гладиатор. Конечно. Вот выбор краски, мне кажется, непрокачанный енот — это плохая идея.
Когда против тебя играет фулл М4, фактически все игроки. Ну да, что-то в этом есть. По точкам 8-5 выходят вперед Team Pointers, да, да, они уверенно держат свои три точки, и вот за счет этого выходят вперед. Ну не знаю, они могут рассчитывать даже на захваты других точек. Так, ну а у нас тем временем динамит перемещается на точку С, будет сейчас ее захватывать, и тогда 4 точки будут более преимущество предоставлять нашим командам. 10-7 уже. Ну тут, конечно, иначе немножко пошла игра у Team Pointers. В прошлом раунде мы видели счет немножко побольше. Ну вот, мне уже на точку Д выдвигаются, будут ее отжимать и держать, думаю. Хотя там очень много респов, сейчас будет отправлять красную команду на перекур. Перекур. Но смотри, красная точка все еще стоит, Максе помогает, и синяя команда как-то чувствует себя не очень уютно, даже на своей базе. Ну да, я абсолютно согласен, 5-15-8, чуть-чуть отдаляется Team Pointers, но за счет того, что они точку, да, держали внизу, ее, конечно, захватить очень трудно. Я вот постоянно смотрю туда, ребята перемещаются, знаешь, что ближе к точке Е, то ближе к точке Д. Там какой-то такой фронт просто. Нигде больше не происходит таких замесов, как там, потому что, ну, действительно, непосредственная близость у команд только там может быть. Здесь они должны перепрыгнуть, чтобы добраться до чужой базы. А внизу просто поехал себе и все. Там, тем более, респа бывают очень близкие к тому месту. Только вот они забывают, что у красной команды есть два шафта, которые просто это и накидывают им, ведь резиста ни у кого просто нету от шафта. Шафты и не накидывают внизу, вот это что проблема. Я думаю, что можно было бы поставить одного шафта вот там, где сейчас ДДшка падает, вот видишь, со стороны красной базы, вот тут ну, вот. Ну, Максе пытается с подъема что-то делать, смотри, вот, кидает ну, иногда да, тут. Сложновато оттуда, вот именно с точки там, где ДДшечка, можно было бы попробовать накидывать. Не знаю, насколько это было бы актуально, но Максе, конечно, виднее, я думаю. Что там делать надо? Но в таком варианте шафты тоже молодцы. Максе 11-1, LBJ 12-2. Они делают свою работу, у них больше всего киллов. По УП видно, что картель проигрывают с огромным отставанием. Ну, посмотри на УП. Да. Team Pointers. И... Вот, ну, я смотрю вообще. Насчет такси. Просто 16 очей спустя 5 минут игры. Ну, чем... Тем не менее, 20-17, расстояние не такое большое. Это точки, здесь очки, наверное, не играют не такую большую роль, тут потолкаться, главное. Ну, я не понимаю, почему The Pointers не выходит вперед, ведь точки у них постоянно больше намного, и отрыв совсем небольшой. Механика работы режима ЦП? Вроде быстрее начислялись очки за 4 точки, сейчас как-то вообще еле ползет. 24-18 ну, да они все-таки держат, и вот большой заход есть от картель по низу, там игроков 5 точно движется, а держит всего лишь 2. Ведь есть Мергелян вместе с Мэйдж, который уже отправляется на респ, подтягивает сюда Ванька, надо туда больше сил, прыгает 1-2-3 ха на эту всю кучу. Да, там замес, конечно, бодрый. ЛПЖ снимает у нас шафт, одевает твинс, и сейчас будет что-то делать уже на нем. Да, будет надоело ему стоять. Починюшки закончились? Но у Макса, видимо, там целая горсть еще имеется. Не устает этот игрок играть на шафте. Он был готов. Явно, да, был готов. Ну и сейчас, смотри, три точки отхватывает картель, и они начнут сейчас догонять Team Pointers. Хотя разрыв 5 точек не такой большой. Точку Е, главное, сейчас держать, и все будет хорошо у них, они даже могут выйти вперед. Они даже сейчас точку Б захватывают, ты посмотри, куда заезжает россиянин. Так все пытаются точку А отхватить, у него это явно получится, думаю, у него аптечка есть, а у Макса нет ее. Да, близки картель к тому, чтобы захватить 4 точки снова, потому что А, Б, С, и вот... Да, на С проблемы, отхватит ее все-таки необходимое зло. Уже неплохо, 4 точки, подожди, они сейчас ведут вперед, 26-25, одной точки не хватает, уже все. Да, есть шанс выйти вперед.
Они это и будут делать. Они выходят вперед. Да, 27-24 уже. Team Pointers рискует проиграть раунд. И рискует нашим зрителям предоставить отличную возможность посмотреть еще два раунда после этого, а потом еще несколько пенальти. Кстати, где у нас пенальти играется, я сейчас посмотрю. Ох, ну как обычно. Ну, я посмотрю бы на пенальти, наверное, там же играется 4-4, по-моему, да? Я просто не помню. Давно не наблюдал за пенальти, если они вообще были в этом турнире. Сейчас посмотрим. Но Team Pointers не дает слабины, уже три точки отхватывает и должны выходить сейчас вперед. Так, и что у нас? 27-26. Team Pointers реабилитируется. Три точки под их контролем. C вот сейчас тоже пытается захватить игрок команды Team Pointers. 1-2-3. Ха, уже на респах, к сожалению. Да, и вот они уже вырываются на одну точку вперед. Даже на 28-25 счет 4 точки имеет Team Pointers. И это очень проблематично сейчас для картелев. Пять да, точек сейчас. С тобой согласен. Они берут 4 точки, даже 5. С тоже имейдж захватывает. И вот сейчас начнет расти преимущество, я думаю, очень быстро. Ну, по крайней мере, надеюсь на это, потому что если мы не видели роста от 4 точек, то от 5-то должны. Да, точки растут как по минутам, как... Как дрожжи, собственно. Ну, мне кажется, это уже проигранный раунд для картельцев, что-то пошло не так. Ну, пока это только 10 точек. Они были молодцы, действительно, под конец раунда собрались и... имели неплохие шансы. Не додавили, не додавили своих оппонентов. Ну, три точки имеют The Pointers и уверенно себя чувствуют до конца раунда, всего лишь 30 секунд. Да, 30 секунд, к сожалению. Так, отставание у нас в 11 точек пока. Не, ничего не произойдет уже. Да 2-0. Да, 2-0, можем поздравить Team Pointers с победой во втором раунде. Ну и теперь им остается в третьем раунде хотя бы не проиграть. Ну что, я думаю, у них получится, в принципе. Так, все. Думаю, уверен в своем своей игре на шафте. И... Ну и что оно там? 17-2 по ОП. Хотя, вот смотри, Ванька сделал даже больше, 18-11. Ну, вы убили больше раз, но сделал киллов он больше, чем Макса. Ну, он на Титана Смоки играет, у него на помощь Аветис Мергелян с Зида М4, поэтому, думаю, соответственно, киллов у него больше. Итак... У нас есть 2 минуты. Поговорить о чем-нибудь интересном. Да я бы поверил о кое-что интересном, но... А это интересно о чем? Ты знаешь, о чем мы это не будем. Я, честно говоря, догадываюсь, ну ладно. Да, до сих пор там, наверное, все это происходит. Да, посмотри, почитать. Интересно. Да, привет нашему коллеге передать, он, наверное, там сидит и... Развлекает да, наших зрителей. Сашка, волкодав, тебе привет. Прямо из эфира, он сегодня в ТСК с нами не сидит, к сожалению. Так что ему вот из трансляции привет. Так, люди что-то тут болтают, вопросов нет, к сожалению, или к счастью, даже не знаю. Сколько нас человек смотрит? Человек 200, я думаю, точно. Так кто же за кого болел, то так и не озвучил нам. Там больше голосов было за Team Pointers, все-таки, ну ты был прав, да. Иностранный коллектив. Да, нашим операторам мы скажем, что мы выключили твой звук. Нам пришлось, нас вынудили. Посторонние звуки. Которые, к сожалению, мешали эфиру. Так, а смотрит нас 335 человек. Вот такой вот составчик. Неплохо. Для понедельника. Да, понедельник день тяжелый, но люди пришли посмотреть после тяжелого дня, прийти за чашкой кофе, чай или чего-нибудь покрепче, послушать нас. Нас послушать. Нас послушать, команд посмотреть. Почему бы и нет? Так, изменений в сетапе я вроде не замечаю, все по-прежнему.
Возможно, модули меняли, я в А этом вот уверен. второй тяжелый корпус. Две Титана Смоки наблюдается. А нет, Титана Вулкан, Титана Смока у картелев. Какой ник классный у этого игрока, Бесоваса. Похож, похож. Что на твое похоже, да? Да, я без заметил. того тебя менять. Ну, видимо, ты занял ник, и он решил что-то похожее сделать. Кто его знает. Ты склоняешься к тому, что это поклонник, ты да? Плагиат. Ты плагиат. Так, и что мы видим на карте? Team Pointers теперь за синюю сторону, я пытаюсь устроиться. Где же они играют? Ага, я понимаю, что они захватили С, Д сейчас проиграли. Такси, ты видел, что он, кстати, сделал? Он заехал на мост, спрыгнул и потом поехал захватывать точку. И динамит прыгнул, прыжок веры совершил и упал в минус. Ну и 4 точки сейчас были под контролем. Картель. Сейчас они теряют точку на своей базе, точку А, и мейдж там один должен с ним мой... Ну, игрок с ником похожим на мой, имею в виду, помогать. Картель, мне кажется, настроены на четвертый раунд, и вот так неплохо начинают захватывать 4 точки, и выходят вперед на 2 очка. Ну и они держат 3 точки под своим контролем, вот они только С сейчас явно потеряют, надо выдвигаться срочно на Е. Ну вот не вариант, что вот Д и С держать постоянно. Понятное дело, что там будет респаться, их удержать крайне сложно. Главное, под своим контролем держать Б, А... Е. Вот именно эти точки стараться удерживать, а на Д, ну, как получится. Уже С я вообще рассматриваю как вариант, когда соперник вообще уже не хочет играть. Макс сейчас будет блокировать Игл Сталкера, но не получается у него его скинули, точку С он должен отхватывать вполне. Игорь Сталкер там чуть не упал, что-то у него не получается. Не справляется игрок с корпусом. Ну, все-таки он совладал с собой, подожди, он С перехватывает, динамит по нему выдаст, конечно, рельсу и отправит на респ. Но перед этим он немножко насолил своим оппонентам. А счет-то по-прежнему 2-0. Точку Б надо отхватывать срочно. Плохое, неплохое начало. В чате подсказывают, что Бесо и Васа это два грузинских имя, да? Да, два грузинских имени. Слышь, я немножечко грузин. Грузинской натуры. Да, и все, еще 3 точки под контролем картель. Они делают именно то, что я сказал. Б держит, А держит, Е держит, дальше по возможности выдвигаются на Д. В принципе, то, что я делаю Team Pointers, это такая стандартная тактика, что ли, на этой карте будет. Ну, Team Pointers продавили все-таки низ и будут Е перехватывать. Именно там у нас борьба снова завязывается. И выдвигают сюда много игроков картеля, и Б они тоже потеряли, то есть вот сейчас они из-за того, что начали выдвигаться на Д, потеряли все. И А сейчас могут потерять, кстати, потому что уже не могут, и мы еще. На рез пошел, динамит, такие рельсы раскидывают, там явно устройство на его рельсе стоит, конечно. И А они сейчас будут терять, как бы этого не хотелось россиянину, но 1, 2, 3 явно его разберет. Ты же... Просто раскидывает на своей рельсе всех, дал сквозную, да, ваншот на Лизиду. Прекрасно все это игрока идет. Да и у динамита на рельсе все не так плохо, они сейчас вот, к слову говоря, А пытаются отхватить там вдвоем, но уже его тиммейта нет, и поэтому динамит тоже будет отправляться на респ уже очень скоро. Остальные точки под контролем Team Pointers. Макс, что-то не так доставляет неудобств команде картельцев. Ну да, и вот сейчас картель захватывает точку Б. На точку Е они тоже выдвигаются, там, возможно, захватят, и 3 точки будут под их контролем, возможно. Мне нравится, как они играют через вот средний мост. Они заезжают на точку Б и потом прыгают на Д. То есть, когда противостояние передвигается к Е, они просто перепрыгивают его и могут спокойно взять Д. Очень интересный момент. Динамит нам уже показал, когда правильно прыгать гусеницами кверху. Ну, да, гусеницами кверху. Раз на раз не приходится, иначе все бы там красиво перепрыгивали ежесекундно. Ну и на карте у нас счет 8-5 в пользу Team Pointers. Разрыв не такой большой. Картель имеет все шансы, как по мне, сыграть четвертый раунд. Каждый раунд, который они играли, они как-то получше выглядят, на мой взгляд. Да, абсолютно. С каждым раундом у них что-то лучше получается делать, но все равно чего-то им не хватает.
Чего ты это имеешь в виду опыт? Я так Не думаю. знаю, как насчет опыта, как заявил мне такси, эти ребята, которые у него в команде довольно много играют бит в формате хард. Ну, знаешь, одно дело играть битву в формате хард, а другое дело играть очень много лет в танки онлайн, и не только хард, и все возможные другие турниры и форматы, выигрывать чемпион, динамит. Ну, раза три он чемпиона точно выигрывал. Три раза? Ну, да ладно, я не в Ну, курсе всех событий. в МЧ старом, в МЧ новом, ну и на StarLadder за олл-инов. Я Точно, думаю. точно, я забыл, что он волын. Он... Да, он волына было, забыл об этом вообще. Ну да ладно, мы возвращаемся на карту, и тем более по-прежнему нас ведут на две точки, уже на четыре. Как классно на счетчик прыгает. Да, Я... 19, 9-12 точнее. Впереди Team Pointers, но преимущество довольно шаткое. По Картель имеет все очкам явно шансы выйти Team вперед Pointers сейчас. проигрывают. Хотя мне кажется, это просто из-за самоуничтожений. Они же прыгают вниз, когда мало хп остается. Правильно делают, в принципе. Ну Еще там летели, появиться в кстати, целом. высоко. Ну да, несомненно. Проще, мне кажется, delete нажать. Ну и одно очко уже расстояние между командами. Расстояние хорошо сказал. Ну а как бы ты это назвал? Разница очков. Разница Может очко? Ну, хорошо. быть так. Вперед Есть выходит. единица. Вперед сейчас будет выходить картель, потому что они точку D пытаются захватить. А Е под их Не, контролем. не захватит. Не захватит, Захватит, к короче. сожалению. Если сейчас Да, е... разберутся с динамитом, то они смогут Б захватить. Ну там Максе, правда, контролирует. Ух, какое Всем счастье привет, я прилетает. Максе, сказал он. Да, И просто подписывайтесь на отправляет мой лайк. канал, ставьте лайки. Лайк, подписка. Кстати, он, по-моему, стримит, а может быть нет, я не знаю точно. Динамит вроде как стримит, насколько мне известно. Ну я, по крайней мере, перед матчем включил ленту ВК, и там где-то проскочила новость из его паблика. Ну и захватывает все-таки три точки. Так, не переманивай наших зрителей. Не, мы не переманиваем, просто сказали, что есть еще параллельная трансляция от первого лица, но мы, конечно же, транслируем вот так, как транслируем. 10-11. Не Близки, хотят картель. точки. Не хотят они меняться местами. Но могут они поменяться. Еще впереди 2 минуты, и это расстояние вообще ни о чем. Разница очков, хорошо, я вот сразу понял тебя. Такси, что-то не нравится. Сейчас захватывают на стимпоинтер чужую точку А и будут уходить в отрыв чуть побольше, я думаю. Думаю, сейчас они будут выдвигаться на точку Е уже, хотя у мистера Ваньки не так много хп и аптечки не имеется, где его изита на респе, да, и точка Е не будет захвачена 100%. Макс, там смотри, дополнительно минируется еще. Там вижу три минки точно. От кого он там минируется, я правда не знаю. Заходы к нему крайне редки. Но так, на Мне всякий кажется, случай. подъем бы стоило минировать, а не там, где он стоит, или он просто уже решил поставить минки. Почему бы и нет? Скучно человеку. Но сейчас к нему такси выдвигается. Но я думаю, такси даже до него доехать не успеет, если Макс сейчас грамотно там. Нет, у него есть хвоя у таксиста. Резист не помню сколько там, но довольно немаленький, точно. 20, по-моему, точно есть. И смотри, что будет делать такси. Поедет? Не поедет. Но он увидел минки явно, он же мимо них проехал, но мы там нич вообще ничего не светит. ЛБДЖ, Максэ, Динамит, по нему там все раскидывают. А тем временем разница очков растет стремительно, уже 14-20. Сливают Максе, обидно, три минки сгорают. Да уж, три минки — это огромное количество кристаллов, если в кристальном эквиваленте считать. И очень ему обидно явно. 450. Нет, даже я не помню, сколько стоит минки, ну да ладно. По полтосу они. А, ну 150. Так, ну и C, E и D захватывают Team Pointers. До конца раунда остается всего ничего, 20 секунд, и я не думаю, что вот это преимущество отыграют. Картель, мы можем поздравлять Team Pointers с проходом в следующий тур. Ну, по крайней мере, я это уже себе позволю сделать, потому что действительно разница очков велика.
1-2 ждет дальше эту команду. Кто с ними сыграет, пока неизвестно. Тот бой тоже играется. Ну, а Картелям пожелаем удачи внизу. Они там встретятся с победителем, проигравшим, точнее, пары, которая тоже играет параллельно. Будет интересно посмотреть, что одних, что других. Мы будем уходить на небольшую музыкальную паузу перед тем, как скажем вам ключевое слово, а именно оно восклицательный знак точка. И к вам вернемся скоро. Оставайтесь с нами.